Премьера третьей части популярной франшизы «Как приручить дракона» уже не за горами. Сейчас мы быстренько напомним, что было в предыдущих фильмах. Все началось на острове Олух, родине викингов, овец и драконов. Знакомьтесь, Икинг. Наш рассказ начинается, когда он ловит легендарного дракона Беззубика. Они быстро становятся лучшими друзьями. Икинг убеждает своего отца и жителей острова, что драконы и викинги могут жить в мире. Спасибо. Затем друзья Икинга становятся наездниками драконов. Рыбий ног, Сморкала, Забияка и Задирака и, конечно, Астрид, которая, ко всему прочему, становится девушкой Икинга. И в тот момент, когда мы подумали, что знаем все о драконах, объявляется мама Икинга, и все снова здорово. А потом появляются Драго и его питомец Альфа, и, конечно же, все портят. Но, к счастью, Беззубик и Икинг снова всех спасают. Вот мы и добрались до заключительной части трилогии. Это тайный мир драконов. Вас ждет эпическое завершение головокружительной трилогии. Ну что, братец, время пришло. «Как приручить дракона 3».